Пан-армянские игры 2019. В связи с юбилеем количество участников было беспрецедентным. Наблюдать за таким многообразием одной единой нации было по праву любопытно. Спортивные состязания включают 17 дисциплин, из которых 14 являются олимпийскими. Напомним, что команда, играющая за Западную Армению, принимала участие только в одном виде спорта – футзале. Как и 4 года назад, основатель и руководитель делегации Рафи Петросян вместе со своим сыном Тароном смог собрать команду, представляющую город Тигранакерт. По словам господина Петросяна, остальным городам Западной Армении, к сожалению, не удалось принять участие. Кданк Тигранакерт армат унецох ердасартнер лаболисен, шадер болисен, ев мек маснал Канадаен, ев Америкаен, ев Холандаен. Уремен кичме харун хунк миягав, пайц аменунал арматнер Тигранакертенен. Այս շատ լավ գազմագերբված պամմն էր այս համահայկականը և Արցախի մեջ լալը պացումին շատ ավելի դպավորիչ էր, հագարակ որ մենք չգրծանք կալ Արցախ, բայց երբ հերուստալեսին վրա դեսանք 5,000 ավելի ուրիշ մարզիկներ եգան և շատ մի երգիրներ է և շատ բարդարալի պամմն է ասիգա, հուսամ գարավարությունը գաճակցի և գոժանտագ է, որբես ասիգա միշտ շարունակվի ալավելի մեծ թիվերով և հոստեղը գամավորներ ունալ աղջիքները, որ մեզի օգնեցին, ճամպատ ծուցուցին, շատ-շատ օգնեցին և ամեն պան լավ ամբյուլանսով, բժիշկով, հիվանդաբանով շատ լավ գարկատրված է, մեծապես շնորհակալ ենք. Большую помощь в организации оказали десятки волонтеров, получившие также огромное удовольствие от данного мероприятия. Մինչ խաղերի սկսվելը աշխատել եմ համայկական խաղերի շտաբում որպես event organizer. Մինչև հուլիսինից սկսվելա մեր աշխատանքը, ավարտվելա օգոստոսի 3-ին, օգոստոսի 3-ից մեկնել եմ Արցախ շքերթի աղջիկների կազմով, որպիսի ցուցանակ տանեմ ես Լիբանանի։ Պայմանները շատ լավ էր կազմակերպված մեր համար, բոլորը հոգացել էին մեր համար, որպիսի ամեն ինչ լավ լինի, կազմակերպիչները շատ լավ պատրաստվել էին ամեն ինչին։ Այստեղ խաղերը անցավ բարձր գագաթնակետին հասավ խաղերի մակարդակը, բոլոր մարզիկները շատ գոհ էին, բոլորը շատ ուրախ, ավելի ոգևորված ես խաղերից հետո։ Ես համահայկական կամավորական միությունից կամավոր եմ, կցված Տիգրանակերտի թիմին, նրանց հետ ենք աշխատել այս օրերի ընթացքում, շատ հաճելի աշխատանք էր և կարծում եմ, որ շատ լավ հնարավորություն է համահայկական խաղերը միավորելու Սփյուռքից եկած մեր հայրենակիցներին, նրանցից ոմանք առաջին անգամ էին Հայաստանում, ոմանք բազմիցս այցելել են, բայց այսպիսի հնարավորությունները շատ լավ համախմբող դեր ունեն մեզ համար, կարծում եմ։ Баскетбольные и футзальные финальные матчи оказались самыми захватывающими. Чемпионом по футзалу стала ереванская команда, которая сыграла в финале с командой Екатеринбурга. Матч был окончен со счетом 3-0. Уже который раз Ереван берет первенство в данном чемпионате? Я впервые на панармянских играх, и я считаю, что это невероятное мероприятие для всех, кто имеет отношение к Армении. Я впервые в Ереване. И я очень благодарен организаторам за возможность приобщиться к моей исторической родине. Вчерашний день был полон экскурсий, мы побывали в разных святых местах. И это то, что дает мне представление о том, как жили мои предки, как жили мои отцы. Я очень благодарен за эту возможность. Что касается турнира и всех турнирных баталий, на большом поле мы вышли в полуфинал. Я ожидал, может быть, меньшей борьбы, а здесь на самом деле все агрессивно, все хотят победить. И это только свидетельство о том, что уровень мероприятий довольно-таки высок. Впечатление отличное. Большое спасибо организаторам этих игр. Было все прекрасно, великолепно. Мы очень рады, что мы приехали сюда. Мы заняли второе место. Мы считаем, что это очень даже хорошо для нас. Чемпионами большого футбола стал Таганрог, обыграв сборную Барнаула со счетом 4-2. Много борьбы, но считаю, что по игре мы полностью заслужили победу и результат вполне закономерен. Ну, конечно, все было на высшем уровне, как и 4 года назад, так и сейчас. Много красочных там подстановок, всего интересного, все очень было интересно смотреть.
много общения с разными странами. Это все очень интересно было, на мой взгляд. Также о результатах хочу сказать, что мы сюда приехали только за первым местом, и пока все. Да, вот эту победу хотелось бы посвятить нашему нападающему Гургену Хуршудяну. Точнее, поздравить его с рождением второго сына. Вчера у него родился сын Арсен. Чемпионом по женскому баскетболу стала команда Глендейла, опередив Тегеран. Во время тайм-аута баскетбольного матча свои силы продемонстрировали спортсмены с ограниченными возможностями. В равном бою среди мужчин одержала победу также команда Глендейла. Парни из Беверли-Хиллз взяли серебро, а бронзу – Тегеран. Эси Артеним Ерорд, Камчорор, Тамакакан Хагерна. У Анциалум Карвеленг, Байцесан Кам Хахтанаке. Շատ լավ, ամեն ինչ սիրում եմ, քաղաքը, ջիմը, ամեն ինչ, մարդկանց, բոլորը, զաղ բարի են ամեն ինչ. Торжественная церемония закрытия 7-х летних панармянских игр состоялась в субботу в Ереване. В ходе мероприятия, которое прошло под открытым небом на площади Свободы при участии премьер-министра Никола Пашиняна, были вручены различные награды участникам игр. В номинации «Мисс Панармянские игры» награждена Анна Тунян, волейболистка из Ростова-на-Дону. Отметим, что чемпионом женского волейбола стала команда Ростова-на-Дону, обыграв сборную Еревана. Победителем признана женская баскетбольная команда из Алеппо, а открытием панармянских игр названа делегация
делегация из Дубая. В номинации «Дисциплина и спортивный дух» отмечена делегация из Вены под руководством председателя исполкома Сепуха Бахтояна. Впервые в истории панармянских игр установлена номинация «Лучший город», в которой награждены делегации Сиднея и Эчмиадзина. В своем выступлении премьер-министр Пашинян поприветствовал всех участников 7-х панармянских игр. Флаг игр спустили олимпийские чемпионы Грача Петикян и Исраэль Милитосян. Огонь всеармянских игр погашен. С нетерпением будем ждать следующих панармянских игр и новых свершений армянского народа. Анна Хачатрян, Государственный телеканал Западной Армении.